В понедельник 13 декабря в 9 часов 05 минут на улице Горького в Калининграде произошло ДТП с участием трех автомобилей. На пересечении селом улицы Азовской 19-летний водитель Мерседеса поехал на красный свет. В это время Peugeot вырулил на встречную полосу для разворота. От удара последний автомобиль отбросило на Тойоту. По данным областной ГИБДД, пострадавших среди водителей и пассажиров автотранспорта нет. В отношении юного нарушителя составили протокол. На первый раз ему грозит штраф. При повторении игнорирования светофора он может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.